успехов. Ты помнишь, о войне шел фильм когда-то? В моей душе грузинская семья. Отец на фронт поехал повидать солдата. Там все солдаты просто сыновья. Сначала в госпиталь, но выписали сына. Отец накормит раненых ребят. И на лице прибавятся морщины. Он в первый раз был ожиданием распят. А на заре сверкают выстрелы рассвета. Отец солдатом, как посланник, воин света. Отец солдатом, обнимая листья сада, пошел искать родную ветку винограда. Грузин пошел по фронтовым дорогам. Его вела священная война. Найти бы сына на войне живого. Душа одним желанием полна. Спасает хлеб и ветви винограда. Святыни на заброшенной земле. И по следам ударного отряда читает письма сына о судьбе. А на заре сверкают выстрелы рассвета. Отец солдатом, как посланник, воин света. Кому нужны теперь забытые награды? Он слышит голос сына из блокады. Один этаж до сына, скоро встреча, обманчиво чужая тишина. Слепой удар, и между ними вечность вросла, как неприступная стена. Побыть вблизи простреленного сына. Его глаза о доме говорят. Они в последний раз еще едины. Мать Грузия, спаси своих солдат. День Победы. В каждом доме день победы. Сердце спрятаны все радости и беды.
вместе Родину спасали. Здесь первыми прошли танки героя Советского Союза, старшего лейтенанта Махарашвили. Ты помнишь, о войне шел фильм?